Приветствую, с вами Павел Колесов, я говорю сейчас с вами с Майорки, с одного из замечательных пляжей, и мы с вами продолжаем уроки по самогипнозу. Есть один очень важный момент, который касается восстановления сил и гармонии с самим собой. К сожалению, большинство людей почему-то про этот момент забывают. Но я уж не говорю про то, что нужно позволять себе отдыхать во время работы, позволять себе трансоваться там 1-2 раза в день, минут на 15-20, легли, покемарили, закрыли глаза. Это, надеюсь, все понятно, что если вы интенсивно работаете, особенно мозгом, вашему мозгу требуется отдых. Но одна ошибка, которую совершают люди, заключается в том, что думают: ну я же отдыхаю, а зачем мне это транс, а я не буду трансоваться, и весь день там, не знаю, плавают, скачут на дискотеке, ездят там на катамаранах, еще куда-нибудь. У меня для вас следующая важная новость. Даже если вы находитесь на отдыхе, вы обязаны трансоваться. Даже если вы отдыхаете, вы обязаны хотя бы полчаса в день уделить именно трансам. Не загару, потому что если вы лежите на солнце, загораете, там все-таки качество транса более низкое, чем когда вы лежите спокойно в кроватке, подушка под головой, и вам нигде ничего не печет. Поэтому, дорогие мои хорошие, если вы хотите, чтобы ваше бессознательное вас поддерживало, пожалуйста, платите себе. Платите себе трансами. Причем платите не только во время работы, но и во время отдыха. Потому что если вы трансуетесь и во время отдыха, во время отпуска, когда я говорю отдых, это не только там выходные, я имею в виду, когда там на неделю, на 10 дней, на 14 дней уехали куда-нибудь, например, как я на Майорку, и во время своего отдыха и отпуска тоже, пожалуйста, трансуйтесь. Входите в транс, позволяйте себе отдыхать. Если вы это будете делать, у вас будет очень быстрое восстановление сил. Если вы этого делать не будете, если даже во время отдыха вы не будете позволять себе трансоваться, вы вернетесь из отпуска с ощущением, что вы не отдохнули, что вы устали. Почему? Мы с вами про это уже говорили. Чтобы ваш организм восстанавливался, ему необходимы трансовые состояния. И причем ему необходимы трансовые состояния даже на отдыхе. И вот в этой своей поездке я это в очередной раз заценил. Потому что, несмотря на то, что я вроде бы... У меня отпуск, вроде бы я отдыхаю, тем не менее, у меня были ежедневные трансы. Это очень сильно помогло мне восстанавливать мои силы, хорошее самочувствие и хорошее настроение. Ну что, пожалуйста, под этим видео напишите, что вы по этому поводу думаете. Если вы еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. И до следующих встреч. До встреч по поводу гипноза. Мы будем с вами разбирать еще очень много фишек, которые касаются восстановления сил. Дорогие мои хорошие, чудесные, любимые, замечательные. Если вы себя не любите, не цените, не уважаете, пожалуйста, поймите, ваше бессознательное вас поддерживать не будет. Если вы хотите, чтобы ваше бессознательное вас поддерживало, начните платить себе трансами. Минимум 2 раза в день, минимум по 15 минут входите в транс, расслабляйтесь, выключайте свою думалку, чтобы ваш организм мог восстановить ваши силы, мог восстановить ваше здоровье. Без этого договориться с собой не получится. Ну что, спасибо за внимание и до следующих встреч. С вами с Майорки Павел Колесов.